Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную закуску башенка из свеклы и творога. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Орехи пересыпаем в пакет и измельчаем с помощью скалки. Измельченные орехи отправляем в миску с творогом. Выдавливаем туда чеснок. Добавляем соль, майонез и хорошо перемешиваем. Дальше готовим соус. Соединяем лимонный сок с медом. Добавляем перец, соль и хорошо размешиваем до однородного состояния. Затем нарезаем вареную свеклу кружочками толщиной от 3 до 5 мм. Теперь берем стакан или любую другую емкость с ровными стенками. На самое дно кладем кружочек свеклы, а сверху выкладываем слой творожной начинки. Не обязательно ровно выкладывать, можно немножко, чтобы было в одной стороне больше, в другой меньше. Так даже будет интереснее смотреться готовое блюдо. И так поступаем, пока не закончатся все ингредиенты. Верхним слоем должен быть ломтик свеклы. Накрываем стакан с закуской пищевой пленкой и отправляем в холодильник минут на 20-30, чтобы наша закуска настоялась. По истечении времени достаем наш стакан с закуской из холодильника, снимаем пленку. Проходимся вокруг стакана ножиком, чтобы закуска легче вышла оттуда. Накрываем стакан тарелкой и быстро переворачиваем. Снимаем аккуратно стакан. Готовую закуску украшаем зеленью и поливаем медовым соусом. Вот и все. Пикантная закуска башенка из свеклы готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.